Привет, ребята, говорю, друзья, полет на параплане. Вот, меня зовут Анатолий, как тебя зовут? Иса. Отлично. Готов? Да. Будем бежать с тобой. Это что за сказка, а? А то, что вот так видишь, он боком как-то интересно, ву-ву, это...
так летает? Это вообще что? Да? Парашюта где-то с 800 метров. Я еще так уверен, когда зашел. А он мне говорит, ты должен первый прыгать, ты самый тяжелый. Я говорю, да никаких проблем, говорю, все, я уверен. Ну, я уверен. Теперь я вот до последнего, у меня вообще сомнений не было, что я прыгаю. Когда я, блин, вышел к двери, увидел людей, то есть это были не люди, это были враги. Я говорю, это что такое, говорю? Мы так не договаривались. Он смеется, говорит, ты что, говорит, струсил? Я говорю, да нет, говорю, он меня толкает. Давай, я так сцепился, говорю, я сам прыгну, ты что меня толкаешь? Он говорит, давай, давай, говорю. Я говорю, руку убери, говорю, сам, он все, говорю, я говорю, убрал руку. Ну так, блядь, я к нему поворачиваюсь боком, он меня так толкает, я боком летаю.
времена была традиция делать поход на Грузию. Что ты понимал? Ну так за вот получается, ну, 18-е, да, воевали, село так, разграбят и обратно в Дагестан вообще возвращаются. И у нас там мальчиков забрали. Они выросли у нас, грузины, да, выросли. Ой, я чувствую тяга, а? Вот нас они ждут. Просто сказка была, а не приземление. Я просто... Такой звук, правда, вечером. 115 килограмм, говорит. А, ну, тут, конечно. Я вроде ножом. Наши дети были... Извините, очень долго ждали ветра, не мог стартовать, что... Вам повезло с ветром, у нас как раз... А вот сейчас включился юг, мы дождали. Супер. Да вы хорошо летали тоже, я посмотрел, я видел вас. Вы шаганули туда-куда-то, вы туда шаганули, туда можно. Стратосферу не стреляли. Давай, с детьми уже вашими папами соединяться. Дети у вас замечательные просто. Особенно девочка, молодец. Такая, говорю, будешь главная, все, поняла? Ответственная, да, все, поняла, сидишь здесь, все. Я машину вызвал. Я уже так утром приземлялся, этого не было этой речки. А? Нет, я нормально ехал, а тут я уже одну чуть-чуть поднимал на одно ехал. Да, ложитесь экономил. Да, я просто...